Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномоченного посла Аргентины в нашей стране Мариан Хелес Белуши. Посол, передавшая главе нашего государства приветствие и наилучшие пожелания президента Аргентины Альберто Фернандеса, вручила президенту Ильхаму Алиеву свои верительные грамоты. В ходе беседы глава азербайджанского государства, констатировав, что политические отношения между нашими странами находятся на очень хорошем уровне, отметил необходимость расширения сотрудничества в торгово-экономической сфере и подчеркнул, что для того есть хороший потенциал. Выразив удовлетворение пребыванием в Баку, посол Мариан Хелес Белуши отметила важность расширения торгово-экономических отношений и определения в этой связи новых направлений сотрудничества в области здравоохранения, технологий, сельского хозяйства и других сферах.